Во вторник в Твери стартовал 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. В нем принимает участие более 180 студентов Тверской области. Соревноваться они будут по 20 основным компетенциям. С участниками пообщалась и наша съемочная группа. Виктория хотела стать электромехаником, но в руках у нее не запчасти от автомобилей, а тюбики с краской. Пусть мечта девушки в плане выбора профессии и не осуществилась, зато специальность уже приносит доход. И это несмотря на то, что Вика в этом году только заканчивает колледж. За время учебы будущую профессию она полюбила и решила в этом году продемонстрировать свои навыки на конкурсе. Мы учились очень многому. Вот. В общем, сложности, конечно, были, но... Очень интересно. Вот. Ну, научились окрашиванию, прическам. Ну, у каждого разный тип волос. Это нужно учитывать. Ну, в целом, ну, не знаю, все приходит с опытом. В этом году участники регионального чемпионата «Молодые профессионалы» смогут проявить себя в 20 компетенциях. Кирпичная кладка, медицинский и социальный уход, ресторанный сервис, поварское дело, туризм, технологии моды, сварочные технологии, физическая культура, спорт и фитнес – и это далеко не все. Важнейшими задачами проведения чемпионата является выявление талантливых представителей профессии, внедрение в систему профессионального образования лучших практик и международных стандартов, профессиональная ориентация школьников. Губернатор Игоруда не считает, профориентация будущих студентов, специалистов – важное направление работы, связанное с развитием профессионального образования в Тверской области. Молодежная политика охватывает образование, воспитание, вопросы труда, занятости, социальную, демографическую сферу, то, о чем мы всегда с вами говорим. Для Тверской области важно обеспечить возможности для получения молодежью качественного общего профессионального образования, реализации трудового потенциала молодых специалистов. Помимо студентов профессиональных образовательных организаций, участие в чемпионате принимают и школьники, которые будут соревноваться в компетенциях: графический дизайн, программные решения для бизнеса, предпринимательства, дошкольное воспитание и администрирование отеля, юниоры. Впервые в этом году в рамках региональных чемпионатов предусмотрены компетенции для участников возраста 50+, которые поборются за звание лучших в направлениях администрирования отеля и парикмахерское искусство, навыки мудрых. Происходит некая такая, знаете, сверка работы студентов и работы уже более опытных мастеров. Для того, чтобы не было такого творческого застоя, создана была именно такая компетенция, такая некая новая живая струя в их профессиональной деятельности. Марина решила сменить свой род деятельности в 49 лет. Стала переучиваться. Выбрала профессию парикмахера. Сейчас уже работает в этой сфере 8-й год. Набралась смелости и решила продемонстрировать свои навыки в конкурсе профмастерства. Ну, изначально я творческий человек, но все мои предыдущие профессии, они никак с творчеством не связаны. У меня было много профессий. Я работала 13 лет почтальоном, билетным кассиром на железнодорожном транспорте, и киоскером работала в «Союз печати», работала на хлебзаводе формовщиком теста. А вот эта профессия, парикмахер, она творческая, и, естественно, она мне нравится этим. У парикмахеров было 4 часа 50 минут, чтобы пройти все испытания. Сделать женскую собранную прическу, стрижку женскую с окрашиванием и последний этап – мужская стрижка. Подведение итогов 5-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills в Тверской области состоится 8 ноября этого года в 16:30 в Тверском музыкальном колледже имени Мусоргского, где и пройдет торжественная церемония награждения победителей.